Своевременный подарок. Сегодня губернатор Андрей Воробьев вручил Серпуховской центральной больнице 7 автомобилей для оказания неотложной помощи. Их уже доставили в медицинское учреждение. Из Красногорска прямиком в Серпухов. На большой фуре в ЦРБ привезли 7 новеньких ларгусов. Подарок городскому округу от губернатора Андрея Воробьева. Должен отметить, что это самое большое количество машин, которое выделено на единицу кругов. Остальные получили намного меньше. Мы заказывали это количество машин, потому что у нас большая территория и обслуживание населения, учитывая отдаленность, сельское население, городское население и наличие нынешнего автопарка, который у нас есть, потребность была большая. Поэтому губернатор учел все эти сложности наши и было принято решение выделить максимальное количество автотранспорта. На новых автомобилях врачи будут приезжать к пациентам домой, оказывать неотложную помощь. Кроме того, в период пандемии в ЦРБ планируют задействовать автопарк и еще для одних целей. Эти машины, у них не только предназначение для оказания неотложной медицинской помощи. У нас сейчас, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию, очень много приходится забирать анализов у наших пациентов. Поэтому эти машины также предназначены для того, чтобы делать забор. Медперсонал на них будет сделать забор анализов и отвозить в лаборатории, которые их принимают. Мощный двигатель, места хватит не только для врача и пациента, но еще и при необходимости для фельдшера. Для тяжелых больных машину за несколько минут можно переоборудовать, ведь в багажном отсеке закреплены носилки. Словом, все для удобства как сотрудников ЦРБ, так и для пациентов. Первыми оценить комфортабельность автомобиля смогли водители. Проходил вручение в Красногорске в правительстве. Пришел губернатор Воробьев Андрей Юрьевич, побеседовал с нами, расспросил, как мы работаем, какие у нас сложности. Все мы как бы ему пояснили. Вручил нам ключи от машины. Мы все посмотрели, все идеально. Машина в очень хорошем качестве. Двигатели новейшие. Не то, что у нас раньше были, конечно. Сейчас просто загляденье. И носилки, и для врачей, и для работы. Все комфортабельно, можно сказать. То есть большое, огромное спасибо ему. Сегодня при больнице функционируют 7 поликлиник, 10 амбулаторий. Для оказания помощи пациентам на дому было всего 4 машины. Теперь, с учетом новых, автопарк ЦРБ существенно пополнился. А значит, и время ожидания врача пациентам сократится.